Следующий отель расположен напротив гестхауса, через дорогу, называется Гавайи. 3 звезды, это бизнес-отель считается. Сейчас мы пойдем в него, и я вам расскажу про этот отель максимально подробно. Идем посмотрим номера, что здесь находится. Отель вполне достойный, бизнес-категория у него. Единственное замечание, у него нет своего собственного бассейна. Но, думаю, это не беда, зато он находится рядом с морем. Вот сейчас нам любезно покажут номер с вами. Пройдем и посмотрим, как выглядят номера в данном отеле. Вот, идем посмотрим сейчас отель. Вот так, здесь коридоры, уютные номера. Смотрим. Вот стандартный номер в отель Гавайи. Достаточно уютный, комфортный. Все необходимое есть. Вид, понятно, здесь. В основном, конечно, соседние здания. Но местоположение, как говорил, очень удачное. Вот такой номер. Соответственно, есть все наборы, чай, чайник, кружки, вода. Всегда вода в отелях есть, где бутылочки где-нибудь выдаются. Гардероб, в котором даже есть халаты. Большая душевая кабина, душ. Вот здесь в отеле Гавайи проходит завтрак. Шведский стол. Ну, стандартный китайский набор меню. Чай, сок. Конечно, по сравнению с категорием 4 звезды, ну и в будущем 5, конечно, ну, более такой экономичный и скромный завтрак. Итак, для кого отель Гавайи лучше всего подойдет? Этот отель подойдет для людей, которые хотят съездить экономично на Хайнань, при этом разместиться в достаточно хороших условиях, в хорошем отеле и недалеко от моря. И самое главное преимущество этого отеля Гавайи, что здесь не надо переходить широкую дорогу. То есть тот, кто боится там быстрого азиатского движения, будет хороший, идеальный вариант для экономичного отдыха. Поэтому, пожалуйста, приезжайте сюда. Да, бассейна здесь нет, как я говорил, к сожалению, это бизнес-отель. Но скажу вам так по секрету, никто вас не выгонит, если вы зайдете на территорию соседнего отеля и немного позволите себе искупаться в их бассейне. Поэтому не переживайте. Ну, а рядом море, все мы приезжаем за морем, поэтому это, как я говорил, очень удачный экономичный вариант.